Без света и тепла саратовские моржи оказались в трудных условиях. Члены клуба зимнего закаливания «Нептун» вот уже более полугода переодеваются и разминаются в темноте. В помещениях клуба нет света. Энергетики отключили здание от электричества из-за долгов. Любители зимнего плавания говорят, летом было еще терпимо, а вот с наступлением осени все стало гораздо хуже. Отопление в здании электрическое. Нет света, нет тепла. Ныне холод, проморглость, темно. Здание ветшает само по себе от такого состояния, такого воздуха, что ли. И поэтому мы наблюдаем уже на стенах где-то проявление грибка, где-то отсырение, где-то еще вот, значит, и стены ветшают. И пол тоже самое холодный. И в таких условиях, конечно, переодеваться мне, в общем, очень даже неудобно. Членами клуба «Нептун» являются около 400 человек. Некоторые из них не раз становились обладателями титулов чемпионов России и мира по зимнему плаванию, выступая за Саратовскую область. Люди закаливаются не один десяток лет, и отключение электроэнергии ставит под угрозу их тренировки. В региональном министерстве спорта пообещали проблему решить. Чтобы в помещениях было тепло, временно будет установлена тепловая бензиновая помпа. В дальнейшем министерство планирует передать клуб другому подвесному учреждению, которое сможет его беспрепятственно эксплуатировать и не допустить проблем с электроснабжением. Сейчас клуб «Нептун» находится в ведомстве МУП номер один. Предприятие задолжало поставщикам электроэнергии около 20 миллионов рублей. Из них долг клуба зимнего закаливания составляет лишь 28 тысяч рублей.